Мощнейший ураган Хелен ударил по американскому штату Флорида, выйдя из Мексиканского залива. За несколько часов до этого он резко усилился до четвертой, предпоследней категории. Синоптики называют его чрезвычайно опасным. Многие населенные пункты Флориды еще до прихода урагана оказались затопленными, нет света и связи. Также отменили авиа- и железнодорожные рейсы. Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил, что пока известно об одном погибшем. Однако, как ожидается, число жертв возрастет. Скорость ветра в эпицентре может достигать 215 км в час. Жители предупредили, чтобы они воспринимали Хелен буквально как торнадо. Не пытайтесь что-либо делать в темноте. Вы не представляете, какие опасности там подстерегают. Там будет мусор. В некоторых местах будет стоячая вода. Там и так трудно ориентироваться, но делать это в темноте еще опаснее. Солнце выйдет, и у вас будет время оценить ситуацию. Есть вероятность, что в некоторых прибрежных районах уровень воды поднимется на 6 метров. Районы же, которые находятся дальше от берега, затопят мощнейшие ливни. Жители штата Джорджия также готовятся к удару стихии. Об этом сообщил губернатор штата Брайан Кэмп. Во вторник мы объявили чрезвычайное положение для всех 159 округов, предоставив группам по управлению чрезвычайными ситуациями достаточно времени для подготовки, а также для развертывания ресурсов там, где это необходимо. Замдиректора Национального центра по исследованию ураганов сообщил, что Хелен приведет к беспрецедентным затоплениям в глубине суши и может быть много человеческих жертв. Людей призывают эвакуироваться из опасных районов.